Сегодня почти 20 лабинских ребятишек находятся на лечении в Центральной районной больнице. С началом летних каникул и Днем защиты детей маленьких пациентов решили поздравить депутаты городского совета. В стационар приехали представители народных избранников. Для детей они привезли небольшие подарки. Сегодня так получилось, что у вас праздник находится не в том месте, где должны быть дети. Поэтому мы приехали вас сюда поздравить. Все-таки, чтобы вы не болели, росли большими, здоровенькими, ведь вы все-таки будущее вообще и России, и всей нации, и населения, и нас также. Будьте счастливы, чтобы у вас здоровье было всегда, никогда не попадать желательно сюда. Так что мы привезли вам маленькие подарочки, чтобы этот светлый праздник для вас был тоже, как и для нас, светлым. Подарки вручили каждому пациенту детского отделения. Подобные акции депутаты проводят часто. В этот день, конечно, хотелось бы не забывать абсолютно никакого ребенка. И независимо от того, что сегодня они находятся в больнице, хочется, чтобы хоть немножко, но этот день показался им праздником. Добавить какой-то сладости, добавить какой-то яркости в этот день. Ну и просто напомнить о том, что мы всегда рядом и всегда готовы их поддержать. Для детей отделения такое поздравление стало приятным сюрпризом. Очень благодарны. Очень хорошие врачи, хорошо обслуживают деток, внимательны. Большое им спасибо и очень большое спасибо вам за такой праздник. Дети очень довольны, очень рады. Со своей стороны я точно прикладываю все усилия, но им еще нужна эмоциональная радость, помимо лечебных мероприятий. Но я думаю, что проведение этого мероприятия будет способствовать их выздоровлению. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лава».